Приветствую тебя на канале Gobster Play. Сегодня ты увидишь челлендж от моего хорошего друга и подписчика Алексея. В данном челлендже я должен выйти из локации лес, но играть я буду с завязанными глазами. То есть я абсолютно ничего не буду видеть. Помогать ориентироваться в пространстве мне будет жена, она будет моим штурманом. Но дело в том, что в Тарков она никогда не играла. И соответственно, карт и выходов она не знает от слова совсем. Она должна, смотря на карту на втором мониторе, постараться вывести меня живым с локации. В таком случае челлендж будет считаться выполненным. Играть мы будем в онлайн режиме, то есть на карте есть вражеские ЧВК. Видео будет длинным, так как было 3 попытки, и меня попросили ничего не вырезать, чтобы передать все страдания. Приятного просмотра, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Какие выходы? Ворота завода, окраины. Окраины, ага, все, понял, нам на окраины. Ага, что ты видишь? Так, стой, повернись налево. Теперь еще левее, давай, левее, левее. Так, я вижу берег, ну не берег, а река это. Угу. Да, по левую сторону река, прямо впереди скала. Ладно, все, куда идти, так, давай. Стой, подожди, повернись еще налево. Еще. Там, блядь, это какая сторона. Так, ну это на берегу. Если река справа от меня, то мы на берегу, там, где деревни появились. Если... Так, река впереди тебя. Впереди меня. Ну, значит, она должна быть по левую руку, чтобы мы пошли в сторону этого. Если она будет по левую руку, то мы пойдем вдоль реки. Ну да. Нам надо к горе, вот через гору. Чего-то направо. Еще. Правее. Оружие чуть ниже. Ага. Давай, подожди, стой. Сейчас я посмотрю сама, где ты. Меня сейчас уже убьют, скорее всего. Там... Стой, все нормально. Я присяду. Присядь, да. Хорошо. Так, скорее всего... Так, цифра 8. Где у меня цифра 8? Что я достал? Там баночку ставлю. Ага, все, понял, да, слышу. Все, я приблизительно поняла, где ты. Давай, пошли прямо. Ну, просто иди вперед. Чуть-чуть левее. Оружие как держу? По центру? Нормально, да, держишь. Ага, хорошо. Так, хорошо. Поворачивай правее. Ага. Правее еще. Ага. Еще правее. Давай, блядь, сколько можно. Так, давай пробежимся чуть-чуть. Правее. Так, правее. А ну, постой, подожди. Так. Все нормально, наверное. Так, давай прямо идем. Я нормально иду? Нормально ты идешь. Давай левее. Лево. Налево, да. Еще левее. Так, тут остановись. Чуть-чуть левее вперед. Еще чуть-чуть левее. Прямо. Я вижу оранжевого цвета, типа КамАЗа что-то стоит. Да, я понял. Это мы возле маленькой лесопилки. Посмотри на карте, маленькая, там возле деревни справа. Вот, давай, веди меня. Сейчас, блядь, уже придут сюда пацаны, меня сейчас будут трахать. Что, давай прямо идем. Так, правее. Ниже чуть-чуть оружие. Так, правее. Пробежимся вперед. Ниже оружие. Ага. Левее. Стой, присядь. Я сама тут сориентируюсь. Я хоть не на открытом пространстве? Нет, ты так сиди. Ага. Я просто сама нихера не понимаю, где мы. Ага, ворота так, мы пошли вот так. Все, зашибись. Я вот да, кого-то слышу. Прямо. Бежим. Чуть-чуть ниже оружия. Ага. Левее. Ага. Еще левее. Ага. Еще левее. Да, блядь, ну если ты говоришь... Прежде побежим. Тогда говори прям круто влево. Хорошо. Круто влево. Прямо. Я бегу хотя бы, я в стенку не уперся. А. Так, стоп. Я вижу, с левой стороны стоит как для строителей вот это вот вагончик, да, такой. Да. А с правой стороны... БТРка? Да, БТРка дальше стоит прямо. Ага. Нормально мы идем? Да, нам надо получается правее, под гору. Хорошо, поворачивай резко направо, круто вот направо. Так?
Да, пойдем, прям. Ага. Ребят, как вы понимаете, чат я читать не могу сейчас. По техническим причинам. Левее, левее, прямо, левее, теперь еще левее, левее, еще левее. Теперь прямо прыгаем. Прыжок. Правее. Ага. Еще прямо, теперь правее, еще чуть-чуть. Блин. Так, теперь ниже оружия и стой. Ага. Стой. Стал. Теперь поверни чуть-чуть направо. Да. Так, направо, еще чуть-чуть правее. Да. Я не понимаю, где мы. Да надо пришел. Нажми на я выходы просмотрел. Так, стой. Нажми на я выходы просмотрел. О, 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 сейчас. Я нажал на выходы? Да. Да, куда? Так, давай чуть-чуть левее. Да. Идем прямо. Да. Еще левее. Блять, гранаты взрываются. Это очень плохо. Так, левее. Круто, лево, давай, круто. Круто влево. Бежим. Бежим. Ты примерно предполагаешь вообще, где мы? Ни хрена нет, я не понимаю. Если увидишь упавший самолет, то на карте он тоже есть. Левее. Блять, прямо самолет. Выстрелы. Это на МЧСке выстрелы. Я примерно предполагаю, что мы возле самолета, да? Я не знаю, где самолет. Так, чуть ниже оружие опусти. Да. Так, стоп. Я вижу зеленое что-то. А ну вперед, иди. Мосту. Я... Еще раз. Я вижу зеленый дым. Это зеленый дым, по-моему. Зеленый дым? Ну да, по-моему, чуть вперед пройди. Мы в бункере, что ли? Возле бункера. Я не знаю, где бункер. Блять. Так. Стоп, стоп, подожди, стой, присядь. Да. Так. Стой, давай до дыма дойдем, до бункера дойдем. Ага, все хорошо, прямо. Дойдем до бункера, а ты мне скажешь, как он выглядит. Так, левее чуть-чуть. Ага. Влево. Ага, я слышу дым. Вот как он выглядит? Он, короче, просто... Ровная земля и дырка. Да, все, мы в бункере ЗБ, блять, который ближе к депо. Видишь депо? Где депо? Старое депо. Оно обозначено как? Да, на карте обозначено. Да, так, ЗБ-16, бункер, да, хорошо, ребят. Очень хорошо, что вы это все понимаете, но я ни хера не понимаю. Возле выхода южный, там, короче, внизу правая, нижняя сторона, там правый. Депо. ЗБ-016? Бункер ЗБ, да, 016, скорее всего. Вот, нам нужно вот ЗБ теперь на выход, на окраины аж. Ты меня не повела, меня вообще в другую степь. Да, Леша, я читаю чат, сейчас. Так, если мы возле бункера... ЗБ надпись 16 прям на бункере находится? Да нет, нет, ты ее не увидишь. Посмотри в чате, может тебе подскажут, это же какой-то бункер. Иди по берегу озера. А где озеро? Просто посмотри в чате подсказку, какой это бункер. ЗБ 16. ЗБ 16, все, теперь на карте находи бункер ЗБ 16. Я вижу ЗБ 016. Да, это он. Где он находится от надписи ЗБ? На, прям на ней, примерно. Прям на ней примерно, хорошо, ну тогда стой. Тогда давай прямо. Ты в этом полностью уверена? Ну ладно. Так, подожди, давай разворачивайся, поворачивайся направо, крутись. Еще, 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 давай прямо. И еще повернись. Да, вот так. Еще правее. И еще правее. Прыгай. Ой. Куда? Где я, блядь? Ты туда, идешь сюда. Просто. Спасибо за донат. Я не знаю... А? Иди вперед. Да, иду. Мы прошли какую-то гору. Гору с бочками. Я не видела горы с бочками. Ага. Давай правее чуть-чуть. Прямо. А там... Может быть, будет такая, как домик лесника. Игорь, деревянный. Привет. Тебя что? Покинь. Если я что-то увижу, я тебе обязательно об этом скажу. Спасибо за донат. Нет, я отвечу на все потом, ребят. Спасибо большое. Давай налево поворачивай. Угу. Левее. Угу. Еще левее. Круто влево. Да, блядь. Давай, пошли прямо теперь. Еще левее. Прямо. Ты чат тоже читай, может быть, я там видно, куда идти. Еще левее. Теперь давай пробежка прямо. Ладно.
Так, стоп. По мне стреляют. Бля, я не знаю откуда. Беги, просто беги, беги прямо, давай, беги. Где я хотя бы был? Ну, по идее, где-то вот здесь. До самолета мы не дошли, я не видела самолет. Так, выходы, ворота завода, окраин. Да, опять, хорошо, что ты видишь? Я вижу впереди тебя огромный камень посередине, а дальше из сена крыша какого-то, типа амбара. Из сена? Ну, крыша вроде из сена сделана, не знаю, давай поближе подойдем. Что еще? Давай прямо, прямо чуть-чуть пройди, вперед иди. Ага. Стоп. Круто направо. БТР-ку вижу. Так, все, иди вперед еще чуть-чуть. Мы на лесопилке, на той? Да, походу, стой, вперед пройди. Да. Давай я себя покручусь. Направо. Ты увидишь, что грузовик, я себя покручусь. Вперед. Прямо иди. Стоп. Направо. Еще направо. Так, а теперь круто налево. Еще. Что-то это какой-то другой БТР, наверное. Так, подожди, Лёха читает. А он где северный пост ООН? А где это? Северный пост это вот на карте справа. На карте справа. Северный пост. Это рядом с выходом на мосту? Нет, это не. Это там, где... Так, сейчас. Подожди. Не спеши, посмотри. Так, все... вот на БТР. Скорее всего, мы появились вот, вот здесь, возле этого камня. Так, давай чуть-чуть левее. Прямо. Идем. Правее. Еще правее. Ага. Прямо. Так, так, так. Так, так, так. Правее. Угу. Идем прямо, хорошо. Так, да, прямо, прямо, прямо. Так, сейчас, подожди, я попытаюсь съесть бейсбол. Скажешь, съел или нет? Стоп, остановись. А, я съел? Да, я ел. Ага. Так, все. Теперь идем прямо. Да. Левее чуть-чуть. Давай пробежку чуть-чуть небольшую. Стоп. Повернись направо. Так, так, так. Левее. Еще левее. Еще левее. Прямо. Мы опять к бункеру идем, что ли? Я не знаю, подожди. Ну, судя по тому, что я видела, нет. Ага. Тут возле... вот этот БТР-1 возле лесопилки. Тихо, кто-то идет. Прямо, стреляй, стреляй, стреляй. Лево, 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 левее, круто лево, круто лево, круто лево, круто лево, блядь. Круто лево. Все, я умер? Нет. Я тебе кричу, круто лево. Правее. Ниже, ниже ствол. Так, громче. Правее, ниже. Ниже, 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 правее. Блядь, пиздец. Правее, правее, ниже, левее. Ниже. Блять, я его не вижу. Разворачивайся. Круто, и беги теперь. Поворачивайся направо. Круто право, круто право. Да где он? Пиздец. Все. Он был перед тобой. Вы вот так вот танцевали просто друг перед другом. Он там тоже что-то присаживался. ПСТГЖ же в ногу убил. Прикольно. Там чувак тоже с колготками был на глазах. Ну, судя по тому, как он стрелял. Да, он выбегал, стрелял, отбегал. Я понял. Все, последняя попытка. Только режим огня. Скажешь мне, как у меня стоит? Сейчас, когда я появлюсь. Сначала выходы? Да, да. Хорошо. Ты мне карту не включил. Я сама включу. Так, ворота завода, ворота ВС РФ, южный пост. Выход, ага, мы на другой стороне. Мы на другой стороне, я внизу или вверху? Я никуда не знаю. Чат, чат тоже открой. Так, ребят, он внизу или вверху карты? Скажите мне. Ты видишь чат? Вижу. Угу. У меня режим какой огня стоит? Правый нижний угол. Правый нижний, автомат написан. Ну, все, так, подожди, давай чуть-чуть прямо пройди. На левой стороне карты... Да, стоп, ты находишься на окраинах, ребята говорят. На окраинах, ага. Так, 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 так. Что так. Ты видишь? Я вижу лес. Логично. Давай вперед чуть-чуть прямо. Так, вперед. Еще вперед. Стоп. Повернись. Покрути мышкой.
Так, ну что ж, я вижу лес. Лес. Пусть пацаны скажут, куда идти. Я сейчас присяду, и вот от этого местоположения, куда мне идти. Так, чтобы было безопасно. Ребят, вы понимаете, где он? Кто понимает? Кто в этом разбирается? Нужно направо. Направо нужно, да? А кто-то пишет, что налево 300 градусов, 30 градусов к забору. Ага, забор. Здесь слева есть забор, да? Я иду к забору. Я не вижу пока забора. Подожди. Стой. За камнем будет домик диких. Так, давай пойдем. Прямо идем. Да, иду. Так. Я сейчас упрусь в камень. Ты видишь? Да, камень? Ты сейчас упрешься в камень. Давай по левой стороне. По левой стороне. Я понял, где я, скорее всего. Я сейчас обхожу камень, да? Да. Стоп, вижу домик впереди диких. Домик, да. Значит, мне левее, вдоль забора. Смотри, чтобы я на мины не пошел. Это бункер диких или домик? Домик диких. Бункер находится диких вверху, а домик диких внизу? Да, домик внизу, бункер дальше. Вдоль забора. На 10 часов. Так, повернись левее чуть-чуть. Вот так. Еще чуть-чуть. Да. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Да, блядь. Прямо вот так. Чуть-чуть ниже оружия. Ага. Угу. Ну, чтобы я на мины не зашел. Я пока не вижу табличек и мин. Так, прямо стоп. А, где-то бот. Беги вперед, прямо, просто бежи вперед. Я убежал от бота? Наверное. Мы подходим к забору. Ага, сейчас я обезборюсь. Блять, по мне ебать. По спину? Ну, сзади стреляет, да. Ты уверена, что в спину? Ну, стоп. Я не смогу крутиться стоп. Сейчас. Да. Так, тебе нужно за забор зайти или перед забором? За забор и вдоль забора. Все, иди прямо. Правее. Да. Меньше слова пусти. Да. Еще правее. Да. Еще правее. Угу. Я за забором? Да, тут за забором. Иду вдоль забора. Забор по правую руку. Да, забор по правую. Я должен к нему прижаться. Давай правее. Еще правее. И еще. Оружие ниже. Твой весь потный пиздец. Угу. Что ты прижал? Ага, понял. Все левее. Не давай мне сильно влево уйти. Я ранен, нет? Нет, стоп. Чуть-чуть левее. Теперь ты на приседках можешь пройти вперед? Да. Ага, впереди трактор какой-то, что ли? Да, да, я понял, где мы. А я не поняла. Это вот, смотри, это получается, видишь, возле, там где диких, этих вот, бункер диких, да. Бункер. Выше камень будет. Выше краю карты? Вдоль забора, вот бункер диких идет, забор поднимается, и там будет камень. Блин, забор поднимается. Стой, подожди, я чат почитаю. Так. Ты должна тоже понимать, где мы. Посмотри, убедись, что ты знаешь, что ты понимаешь, где мы. Я просто не вижу забора на карте. Видишь бункер диких? Да. От него вверх камень. Метров на карте сантиметров 5-7. От него вверх нету камня, от бункера диких. Ты около избы диких, а не бункера. Я около избы диких? Ну, был около избы, мы домик диких. Ну, внизу, да. Ты сейчас смотришь вверху, там где бункер диких. Вот, изба диких, нашла. Бункер диких не тот. Изба диких, теперь чуть выше, там есть ЗБ-014. Да. ЗБ-014, видишь? Да. А вот ЗБ-014 выше, сантиметров 5. Камень, видишь? Вот ЗБ-014 выше, камня не вижу. Забор, видишь ЗБ-014? Где забор идет? ЗБ-13 или какой-то там вообще? Какой? Где я, блядь, вообще? Так, ориентируемся 14. По ЗБ-14. Да. Давай прямо, иди пока. Хорошо. Так, ребят, ему ж прямо, да, надо пока что идти? Мне надо прямо идти. Я понимаю, где я. Стой. Сейчас. Прямо перед тобой трактор. Да, трактор. Левее находится биотуалет. И да, 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 я понимаю, где я. Мне нужно идти сейчас, получается. На ту сторону, там где мы появились. Южный пост, вон. Южный пост, северный пост. Два выхода мне нормально. И тот, и тот нормально. Так мы сейчас вообще хрен знаем где. Да, мы хрен знаем, мы на другой стороне, на левой стороне, нам на правую сторону, противоположную. Так, давай, хорошо, прямо. Ниже оружия. Угу. Ты уперся в трактор. Обхожу его. Левая или справа? Да плевать. Давай, хорошо, правее еще. Прямо. Так, ниже оружия. Впереди будет сейчас камень большой. Угу. Нам к нему надо идти? Ты знаешь, где это камень на карте?
Чуть-чуть, да, вот походу это он. Ну вот, проложи маршрут. Чтобы мы были между зонами. Правее иди. Так, вот бочки, стоп. Ага. Бочки на камне. Правильно мы идем? Бочки под камнем. Бочки под камнем. Да, нам левее. Так, опусти оружие ниже, а зачем нам левее? Мы вот так обгибаем. Мы не будем через лесопилку идти. Посмотри, куда ведет дорога. Посмотри на карту. Ну, я вижу. Но нам не надо туда. Нам нужно наоборот. Нам нужно. Так мы чуть-чуть можем. Чуть левее даем. И идем между скал. Идем. Вот так вот. Скоро будет направо тебе надо, да? Чуть-чуть скоро. Скоро направо будешь поворачивать? Нет. Я сейчас. Где я сейчас? Я сейчас возле бочек. Куда я смотрю? Повернись направо. Да. Еще правее. Еще. Еще круто вправо. Вот сейчас ты смотришь на камень, который ты прошел. Он у тебя был только что с правой стороны. Так, все, слушай чат, пусть они видят. Так, сейчас прямо. Так, давай, иди прямо. Угу. Покажи выходы. Стоп, ты уперся в камень. Давай слева его обходим. Угу. Да, обходим. Левее. Стреляй, по мне стреляй. Не пусти до никого. Ты крути. Ниже опусти оружие. Оружие у тебя вверх, ниже опусти. Опусти ниже оружие. Беги прямо вперед. Беги. Ты его видишь? Нет. Я сейчас уже. Стоп! Левее, круто влево. Правее. Левее. Стреляй. Еще левее. Ну, бери мою руку, бери. Так, стоп, там уже нет никого. Куда мне бежать? Стоп. Стоп. Да. Да везде. Да подожди, перезаряжаюсь. Я не знаю, кто это. Стреляй, похуй. Убила? Нет. Перезарядись. Последний магазин. Угу. Он съебывается. Я не знаю, кто это. Кто это, блядь? Куда идти? Стой, я уже не знаю, где ты. Я уже не соображаю, не понимаю. Давай повернемся. Ой, он съебался, далеко, короче, убежал. Поворачивайся направо. Угу. Крутись. Еще правее. Угу. Еще правее. Прямо. Левее. Мне не нравится. Мне это не нравится вообще. Еще левее. Мы подошли. Стоп. Мы подошли к какой-то херне. Металлический сетка, забор. USSR написано. Ты знаешь, Дим? Нет, просто читай чат. Ребят, куда идти ему? Правее поворачивай. Правее. Прямо идем теперь. Левее. Еще левее. Ниже опусти оружие. Левее. Это блокпост Юсеков был. Да, хорошо. Куда идти? Ну, пока что мы идем прямо, я не знаю, где мы находимся. Все хорошо. Левее. Тут куда левее. Угу. Вот так? Я в открытом поле. Кусты нет, есть? Нет, ты между деревьев и кустов. Мне надо кинуться. Наведи мне из нижней части, из этого, на магазин. Перетяни патроны, нам надо кинуться чуть-чуть. Сейчас. Все магазины, которые у нас есть, нам надо кинуть, потому что если опять будет файт, мы охуеем. А почему? Почему ты убежал? Я не знаю, наверное. Так, надо будет, чтобы ты постоял, я почитаю чат. А я могу сразу второй докинуть или нет? Сейчас, пусть сначала один докинется, потом второй. Ага, все, второй докинь. Не кричи на Диану. Я не кричу ни на кого. Я тоже нервничаю, тоже эмоционирую. Вопросика стоит.
Где? Знак вопросика, ну, там, где количество патронов из 30. Дай мышку. И там сейчас крутится красный кружок. Сейчас. Я перезаряжусь. Все, все, зарядилось. Полностью? Да. Меня там не стреляют. Давай сюда. Куда? Кто это стрелял? Ну, по мне стреляет человек, ты видишь его? Нет, я тебе говорю, давай мышь сюда, я буду крутиться. Давай. Ой. Он меня нашел, сука. Я не знаю, кто это, я не знаю, где. Все, хорошо. Где чат? Давай убегать. Прямо? Пики прямо вперед и тормози где-нибудь. Так, стоп. Так, вам надо на центр карты к горе, а я не знаю, где мы находимся. Так понятнее? Прямо давай. Правее. Давай правее. Леха, давай подсказывай, ты говорил тебя читать. Так, мы выходим к грузовику, и перед ним лежат бревна. Левее нам. Подожди, нам надо к камню. Камень, видишь? Да. Большой камень. Да. Веди меня туда. Вот так. Нам надо, чтобы камень был по правую руку. Мы должны огибать его слева. Ага. Что у меня по здоровью? Кровотеки. У тебя с правой стороны сейчас камень. У тебя картинка твоего персонажа полностью без кровопотека. Хорошо. Куда? Стой. Так, теперь прямо. Ты видишь камень? Просто скажи, где камень мне. Справа от тебя. Хорошо. Я бегу прямо. Ты мне чуть подсказ... левее. Ты видишь гору большую? Да. Она должна быть прямо. Да, вроде да. На вижу. Час дня. Да, вижу. Она не на час дня, она сейчас на 12. На 12, хорошо. Ты можешь оружие опустить. Ага. Так, правее чуть-чуть. Вот она будет гора. Вот сейчас на час дня она приблизительно. Отлично. Ниже оружия. Да. Так. Дальше. Сейчас ты между двух скал идешь. Да. Правее чуть-чуть, тут. Да. Еще чуть-чуть правее. Ниже оружия. Угу. Левее. Чуть-чуть левее еще. И выше оружия. И еще левее. Ты идешь по тропинке между двух скал. Блядь, ты меня на гору поднимаешь? Нет, ты идешь между скал по тропинке. Не на гору ты поднимаешься. Все, читай чат. Куда мне? Так. Да, Леша, да. Так. Скала снайпера это. Куда мне идти? Стой, ты можешь постоять. Я не могу одновременно все читать и это. Тебе достаточно читать одно сообщение, Лешина. Да? А остальные? Что мне с ним делать? Телегу тебе пишут. А, секунду, посети тут. Так. Так, теперь прямо. Давай прямо. Левее. Ты сейчас на камень залез. Теперь правее чуть-чуть. Так, все, мы спустились. Идем прямо. Можешь бежать. Слева от меня скала? Нет, тут никакой скалы. Уже лужа какая-то слева от тебя. Небольшое озеро, что это? Круглое, совсем круглое. Так, я понимаю, где мы находимся. Мы его обходим сейчас с этой стороны. Чуть-чуть правее. Господи, я вообще хер знает где. Теперь еще одно озеро такой странной формы. Я вообще хер знает где. Чего меня так повели? Направо, правее. Резко направо в воду. Нажми О. Да у меня выходы там. Выход на мосту. Да мне не надо на мост. Да мне на мост не могу, у меня денег нет. Где денег? А южный. А, подожди. Я на южный, я же говорил сначала. Мне нужно на южный. Южный или северный? Ты понимаешь, где мы? Приблизительно. Веди. Ну вот, последнее озеро. Идем прямо. Хорошо. Правее еще. Еще правее.
стоп. Тут у нас впереди какой-то грузовичок стоит небольшой. Да, вот мы вышли к грузовичку. Давай, прямо иди. Прямо, прямо, прямо. Грузовик и еще что-то. И буханка старая. Стоп. Так. У меня энергии может не хватить. Воды, энергии. У Полины мы. Что такое Полина? Без понятия. Карту. Куда идти? Там, подожди, да, я разберусь. Там. Стоп. Нет, это не то место. Направо поворачивай, правее, еще вот так, да. Мы напротив деревни Кики. Угу. Стоп. Это разбитая колонна, ребята, пишут. О, господи, я вообще какой, какой-то группе. Правее. Давай правее. Левее. Скала, вот, должна быть прямо. Скала, самая большая скала в игре, на карте. Ее видно? Не видно. Хорошо. Так, слева от тебя сейчас озеро. Угу. Чуть-чуть правее. Угу. Чуть-чуть ниже оружия. Угу. Прямо они. Так, чуть-чуть правее. Чуть левее. Так, это что впереди, ребят? Еще чуть-чуть левее. Это бункер диких. Ну как это может быть бункер диких? Идти по дороге до моста, до конца через деревню. Впереди мины. Так. Да какой бункер диких? Так, ребят, не путайте меня, пожалуйста. Я вообще ни хрена не знаю. Это лэп. Пишут лэп. Это лэп. Прям прямо. Все, значит идем прямо. Ты увидишь там сейчас прямо и левее. Машину видишь? Нет еще. Так, что-то вижу. Давай левее еще чуть-чуть. Еще левее. Прям. Да, вижу машину. У нее медведь сгоревший, да? Еще прямо пойди, не вижу. Еще прямо. Еще прямо. Это машина с краном подъемным. Ага, это не то. Где мы находимся ориентировочно? Скажи мне, я вообще нихуя не понимаю на карте. Я вообще не понимаю. Так, ты идешь вдоль лэп. Теперь тебе резко направо. Да. А кто-то говорит направо, кто-то говорит прямо. Налево и в лес. Так. Игорю нужно на северный пост ООН, да? Да. На северный пост ООН. Под проводами пройти до деревни. Так, подожди, читаем. Прям. Идем прям. Вон впереди гора. Левее чуть. Еще левее, еще О, 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 гора. Левее. Да я левее иду. Нет. Так, стоп. Тут развилка на дороге. Вправо или влево? К горе. Прямо. Направо, если пойдешь, то выйдешь на лесопилку. Хорошо. Нет, на лесопилку мне не надо. Тогда прямо иди. Мы сейчас по открытой дороге прям идем? Да. Ну, вдоль дороги. Прикольно. Между деревьями. Ты периодически упираешься в деревья. Угу. Так, мы сейчас обходим гору слева. Да, отлично. Прямо идем. Это очень хорошо. Опусти ниже чуть-чуть оружие. Да. И чуть-чуть левее. Угу. Ниже оружие. Да. Вот она гора слева, справа. Ты идешь слева от горы, тропинка. Замечательно. Подлежит. Левее. Угу. Тут беги. Давай, пробеги. Стоп, ты сейчас идешь в гору. Гору нам не надо потрепить. Но нам ее обогнуть. Мы обходим вокруг или можем... Обходим, чтобы она была справа, я, справа от меня. Все, тогда давай левее. А? Левее. Компьютеры не для женщин, не водители. Еще левее. Но все равно у вас любимый. Идут дальше. Спасибо за донат, потом прочитаю. Не вижу все равно ничего. Я не могу читать чат. Каждый пишет, что хочет писать. Выбери одного. Я читаю, Лёха. Ну тут
Так, еще левее, 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 левее. Так, стоп, повернись налево, тут какой-то синий заборчик небольшой, так и должно быть, да? Че? А, мы что, в деревне, что ли, уже? Ты мне сказал слева. Мы в деревню? Я не знаю. Алексей, мы и так обходим гору слева. Да, в деревню. Угу. Теперь что, куда надо? Поверни чуть правее. Чтобы забор был по левую руку от меня? Да, сейчас забор по левую руку от тебя. Он небольшой закончился, все. Теперь правее давай. Правее, правее, еще правее. Еще правее. Так, вот тут линия электропередачи появилась. Это была мусорка за скалой. Ниже орудия. О, Господи, я еще хер знает где. Правее. А когда это закончится уже? Левее. Левее, 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 левее. Стоп. Подожди. Давай, беги вперед. Стоп. У нас впереди опять гора. Повернись правее чуть-чуть. Есть две скалы, между ними есть дорога. Да, да, нам нужно эту дорогу. Все. Наверное. Наверное? Давай по дороге, хуй с ним. Давай, я все равно не знаю, где мы, блядь. Мы идем по линии электропередач, который... Так, стоп. Ладно, давай, иди, иди. Стоп. Так, стоп или иди? Правее давай. Еще правее. Я себе какой-то хуйню обратно выйду. Стоп. Леха, давай напиши что-нибудь нормальное. Прямо, да, левее. В деревню идете, между скал. К реке вышли. Река по левой стороне от меня? Налево. Река по левой стороне? Да, по левой стороне. Все, значит, мне нужно двигаться правее через дорогу, чтобы река была с левой стороны. Я сейчас там. Ты сейчас через дорогу левее. Давай. То есть я ближе к реке? Да, ближе. Мне нужно правее. Давай, правее. Мы идем вдоль линии электропередач. Нет, мы идем, чтобы река была с левой стороны. Река с левой стороны и линия электропередач вдоль реки идет. Хорошо, делай так, чтобы я не прижимался к реке. Подходишь к мосту. Угу. Так, нет, ты сейчас повернул направо, левее давай. Там боты, в деревне боты, мне нужно справа деревню обойти. Да, просто, я не понимаю. Дорогу видишь? Ты ушел с нее. Реку видишь? Нет, ты ушел, говорю, повернись левее, я буду видеть реку. Иди прямо в это. Это не река, пишет. Это не река. Это озеро. Давай прямо. Прямо идем. Прямо, прямо, прямо. Так, это будет выход на мосты, правильно? Мне сюда не надо. Я понимаю, да. Мне это будет выход на мосты. Всего, если... Тогда правее. Мы должны обойти деревню, правильно? Да. Ты ее видишь, деревню? Не вижу их ничего. Ебать, просто чат — это кладезь разных сообщений. Чуть-чуть левее. Еще чуть-чуть. Прям. Ниже оружия чуть-чуть. Так, еще левее. Вот так. Давай, идем, идем. Чуть выше оружия подниму, пожалуйста. Угу. Что ты видишь? Так, стоп. Деревня на 90 градусов слева пишет. Как может быть деревня слева? Что ты видишь? Я вижу рощу, деревья. Иди прямо. Пусти чуть ниже оружие и правее. Угу. Так, давай левее. Левее, левее, левее. Стоп. Еще вперед. И левее. Еще левее.
Типа прямо. Еще прямо, еще прямо. Это что такое впереди? Что ты видишь? Я вижу, по-моему, грузовик с кабиной только. Без рецепта заднего. Еще что-то. Так. Это старая лесопилка. Ну вот, старая лесопилка. Отлично. Нам нужно через старую лесопилку, там будет выход. Грузовик прямо по центру, он оранжевый. Нет, давай левее сейчас возьми чуть-чуть и пройди прямо. Еще левее. Ты сейчас идешь по дороге. С оранжевым кузовом, говорит. Да? Да. Отлично. Все, теперь нам надо... Да. Теперь нам... Подожди. Нам надо на выход. Мы вообще чуть-чуть очень близко. Мы можем пройти по дороге. Мы можем пойти правее или... Ой, мы очень близко. Давай на выход. Так. Давай правее возьмем. Пошли право. Еще правее. Резко право. Круто право. Идем прямо. Так, мы сейчас идем через лесопилку. Да, левать. Левее давай. Вот так, еще левее. Прыгай. Прыгай. Ниже оружие. Ага, еще ниже. Я сломал ноги? Да, нет, ниже. Ниже еще оружие. Правее чуть-чуть. Давай. Так, впереди танк. Лови. Ну, со стволом, не знаю я, что это. БТР-ка или танк? Унтерго нахер написано. Да, это БТР-ка. Куда нам от нее? По дороге налево, как она стоит. Она стоит куда? Носом. Носом куда? Направо. Да, нам налево. Резко купи. По дороге просто, чтобы я шел. Резко поверни. Все, прыгай. Теперь правее. Через бревна перепрыгиваешь. Переходишь. Так, теперь еще правее тогда. Направо сейчас, правее, да. Еще правее оружие не запусти, если не вижу. Так, левее. Теперь правее. Так, стоп, по дороге налево, ребята, пишут. Так, левее или правее? По дороге налево. От БТР-ка стоит вот так, нам противоположную сторону. Мы пошли уже туда, до сих пор пишут, что левее. Давай прямо, думаю, правее теперь. Резко направо. Ага, вини. Левее. Что, что ты видишь? Еще левее. Ворота синие впереди. Ну, или не синие, не прямо. Серые, да? Серые ворота. Да. Правее. Есть там ООН, что-нибудь написано? ООН. Так, стоп. Да, да, выход, да, да. Да, 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 давай, куда? Все, ты стоишь на месте. Все, мы на выходе? Да, стой. Ебать. Больше я в таком участвовать не буду. Это слишком напряженно. Спасибо большое. Вы даже не представляете, я еще по кому-то попадал. Если ты все еще здесь, то спасибо тебе, что досмотрел до конца. Напиши в комментариях, понравился тебе челлендж или нет. Будь здоров и береги себя. Увидимся на стримах.